Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте BMW 7, полный ремонт. Итак, правая сторона целая. Менять буду багажник. Левое заднее крыло. Крышу. Две левые двери. Ну и весь перед. Разбираю и устанавливаю на стенд. Первым делом я буду вытягивать все деформированные части кузова. Итак, все вытянул. Теперь мне мешает двигатель. Вытаскиваю его. Вот теперь есть подход к лонжеронам, чтобы их ремонтировать. Теперь могу продолжать ремонт. Первым делом удаляю все поврежденные детали кузова. Итак, крышу удалил, теперь удаляю заднее крыло. Thank you.
Итак, удалил заднее крыло. Теперь перехожу к ремонту переда. Начну с верхней части лонжерона. Сначала вытяну, затем удалю поврежденные части, отровняю и обратно сварю. Итак, вытягиваю, измеряю, опять вытягиваю до одинаковых размеров. Размеры делаю примерные, потом откорректирую. Теперь приступаю к ремонту правой верхней части лонжерона. Итак, с этой частью я закончил. Теперь приступлю к ремонту левого лонжерона. Для того, чтобы мне его сделать, мне надо удалить одну из сторон лонжерона, что я и делаю. Вот, удалил эту часть, и теперь могу приступать к ремонту. Сначала я вытяну, затем отровняю и сварю все на место. Привариваю я отрезанный кусок вместе с прикрученным подрамником и усилителем бампера. Теперь равняю удаленные кусты верхней части лонжерона и свариваю их. Свариваю с прикрученными частями переда.
Зачистил сварочные швы и левый лонжерон я закончил. Теперь приступаю к ремонту левого бока. Первым делом мне надо вытянуть петли, они вмяты. Итак, дверные петли вытянул, теперь исправляю заднюю арку. Теперь я могу сварить левую четверть. Для этого у меня есть донорская часть. Беру только то, что мне надо. Начинаю устанавливать части заднего крыла и затем сваривать их. Для дальнейшего ремонта мне нужна левая стойка крыши. Беру ее с донорской части. Крышу буду ставить отдельно, так как крыша алюминиевая и приклеенная. Чтобы ее удалить, мне пришлось немало повозиться. Примеряю левую стойку крыши, подрезаю ее по размерам в местах соединений и затем измеряю и привариваю.
Теперь начинаю собирать заднюю четверть. Привариваю внутренние усилители и затем привариваю заднее крыло. Итак, крыло приварено. Теперь приклеиваю крышу и ставлю ее на заклепки. Итак, устанавливаю на машину остальные детали: двери, фонари, фары, бампер. И на этом работа с металлом закончена. Разбираю и отдаю машину на покраску. После покраски машина была собрана, и на всю эту работу ушло 27 рабочих дней. 15 дней работы с металлом и 12 дней покраска. Ну а теперь конечный результат. Ну а на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!